Мне в ломбарде вообще 3000 сказали за такую консоль, дадут им насрать, что на ней игры есть или там еще что-нибудь, что... Абсолютно насрать, они такие, типа, 3000, все, не нравится, вали. Я такой, окей. Я ушел. Блин, я думал победить ее на радостях! Все, она сейчас, сейчас она сзади появится. Видите, она сзади там. Все, она сейчас появится. А, господи, я прям, блин, я и на косу прыгнул, ребят. Таски, ребят, дико люблю, именно поэтому я продал PS3. Знаете, зачем? Чтобы купить Titanfall завтра и пройти ее для вас как можно раньше. Я буду играть раньше всех. И ради вас, ребят. То есть не думайте, что я это ради себя все это сделал. Ради вас, ребят. То есть я, может, себе оставил консоль, но я хотел, чтобы у вас была возможность посмотреть игру как можно раньше. То, что касается Call of Duty, ребят, то, что я продал консоль, то деньги пойдут на колду. То есть вы ее будете смотреть 3 числа раньше, чем все остальные в мире. То есть в России 4 она будет, выйдет, а у нас уже 3 на канале будет, будем проходить, может, даже сюжет пройдем. Понимаете, ребят, все ради вас. Просто нужно уметь играть. Ах ты, чесук. Я и так, я и ту игру не самый топовый. Кстати, не он, а она, если что. Просто не везло. Может, у тебя НГ какой-нибудь высокий? У меня просто НГ+. А, сучка? Извините. Ретарда человек, который умственно отстал. Кровяк разлилась. Кровяк. Спасибо, Никс. Видите, зарубился 2-го раза. Евген знает, как босса завалить. Как завалить женщину в постель. Женщина аж протекла от счастья. Женщина, здорово. Ах, да, я забыл, я зарезал топором. Что это? Господи. Господи, вот одичалый. Это она. Я ее только разозлил. Ребят, походу я ее разозлил, ее хахаля тоже. А мы теперь вдвоем, что ли? Отец Арианды или Фриды? Господи. Вот, блин, мне как будто одной телки было мало. Теперь еще ее папка будет впрягаться. Господи, он реально впрягся. То есть, я думал, он просто орать будет на фоне, но нет, он реально впрягается. Господи, нет. Первая стадия вообще фигня. Но, по-моему, рубить все равно ее. А папку не надо. Нет, ребята, нет! 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 Боже мой, горшком меня бьет! С ее месячными он бьет меня горшком! Это горшок воскрес! Горшок воскресе! Нет! Не! Все, скатись! Ой-ой-ой, он вылил суп. Не, давайте медленно, давайте не спешим. Ой! Как, горячо, как пукан-то горит! Господи, я сейчас... Как с ним драться, господи, мать его! Это огромный горшкометатель какой-то!
Как драться с этим анабиозом чистого разума? Да, все, папка и меня здесь и больше не свалят. Все, это был последний момент. Если мне кто-то позвонит, я телефон об дверь брошу. Господи, чем мы занимаемся? Он сейчас горшком, блин, мажет мне! Горит! Медик, привет, ты вовремя пришел, бро. Господи, она сейчас заряжает по мне этим желтым огнем. Праведным. А, она все, она хилится. Надо попытаться ее ударить. Как горячо! Господи, на меня борщ вырили! Знаете, это злая жена такая, типа, жри мой борщ! И ты такой, нет, а папа ее, да, ты будешь его есть, я вылью его на тебя. Неблагодарный, я. Я тебе свою дочь отдал. Она тебе борщи варит, а ты! Привет, Неру. Папку? Не, лучше ее. Папка что-то не особо, не ахти, какой интересный персонаж. Ай! Ай! Вы помните тактику? Кричать АИ, когда очень сложно. Господи, я не понимаю, где я под папкой. Меня насилуют. Извините за эти крики, ребят. Медленно. Если что, мы с первой стадии начнем. Понимаете, люди? То есть мы начнем с самого, мать его, начала. Поэтому... Поосторожнее. Ой, господи. Она хилится. Она сейчас хилит нас. Надо бежать. Нас, его. Папку свою. Надо бежать ее. Отмутузить. Сколько выносливости хватит, столько и мутузим. Не, ну пока что она хотя бы на месте держится. Ладно, надо знать, когда она исчезает, значит она идет хилиться. И в этот момент нужно ее вычислять по айпишнику и бить. Не, он свою дочь не может дамажить, это Dark Souls. Тут мобы друг друга не дамажат. Ну некоторые дамажат на самом деле. Но очень редко. Слушай, вот я считаю, это нереалистично. Мобы должны друг друга дамажить. То есть папку, как он промахивается по дочке. Но учитывая его импакт, как он мощно бьет здесь, он бы сам себя убивал в итоге. Потому что у них общее ХП. Понимаешь, у них общее здоровье. То есть в этом прикол. Ты можешь бить или его, или ее. Папку бей, да ладно. Да блин, он еще, не знаю, они оба хороши. Тут я не могу подойти к папке, потому что она вокруг него прыгает, блин. Да блин, у меня обморожение, я сейчас к нему пытался подойти. Нет, я не буду к нему подходить, это трудно. Мне проще ее на самом деле валить. Мне проще ее во время отхила, как я и сказал, она отхиливается, я ее буду валить в этот момент. Аи! Аи! Мне холодно! Это реально, блин, дуэт какой-то. Дуэт Wolf Frozen Fire. То есть один огнем шпилит, другой... Ну, вы поняли. Господи, это реально дуэт какой-то. Для бомжом, ну, потому что я медик, я не мазохист. Бомжом играют не для хардкора, а мазохисты полные. То есть, ну, сирисы зачем? То есть, я люблю хардкор, но мне кажется, есть уровни безумия, которые должны оставаться на уровне, знаешь, Тревора из GTA. Если с ним уж сражаешься, да недолго. На самом деле, если ты 2 часа да, с боссом в Dark Souls, вот это долго, а так-то фигня. Мы с ним мало деремся, ребят. Вы же знаете, сколько с боссами в Dark Souls в среднем дерутся по несколько часов? Нам, кстати, чуть-чуть осталось добить. Господи, главное, чтобы не сейчас умереть. Она отхил поставила. Все, им конец. Огненная бомба решила. Сок титанита, спасибо. А, сучки, я их убил. Ой, господи, я больно, больно, больно. Черное пламя Фрида, вы смеетесь, господи. Твою мать, она живая! Господи, господи, бог твой, это 3-я стадия! У нее теперь все способности, а вот и огнем, и молниями, и чем хочешь. Господи, это типа максимум, не знаю, максимум дерьмо. То есть вот, представьте самого худшего босса.
Это песня для iPad, это ху... Представьте, самого худшего босса, это он. Она, вернее. Представьте, самого противного боссяру на свете, вот моего... Ой, да я отклонился, мать твоя женщина! Что ты делаешь со мной? Дай выпить. Сейчас на опять ударят какой-нибудь фигнёй по мне. Да, а! Не, мы его не... Мы ее не возьмем, ребят, все, у меня уже... Понимаете, у меня нету уже, мне нечем хилиться. Мне кажется, это конец. Фу. Нет, все, ребят, это конец, мы не победим. Мне можно сдаться, мне кажется, сдаться можно. Смысла нет. Не, ребят, реали, не, все, все, decapitation. Оставь нас. Все, меня убили. Не, ну, я много потратил эстусов. Давайте второй заход. Сколько с ним сражался? Я не знаю. Ты думаешь, я засекаю по таймеру? Какая разница? Это реально без разницы, сколько с ним дерешься. Спасибо. Мы 155 тысяч. Ай! Аи! Я договорился кричать, только сложно кричать аи, ну ладно. Ай, да, господи, женщина, сучка, странная, я тебя отдеру. Представишь меня бить. Сейчас она по прямой попробует ударить. Ты где? Сейчас будет бить. Да блин, ну блин, три фазы будет. Ну блин, я не видел, что ты пишешь, вы думаете, я чат читаю? Мне не до этого, у меня тут босс вообще-то. Да я там уже это спойлер, ну в чем кайф спойлерить? Снимать за бета-гвинта? Да, ко мне ключ дадут, мне разрабы ключ не дают. Потому что я лох по жизни, да шучу, не. У меня был такой, я уже рассказывал, что всем моим друзьям давали ключи к бета-тестам, а мне нет. У меня такой раз в второй жизни, мне Ubisoft как-то не дала. Да ладно тебе, попу раздирающую, я две стадии победил с первой попытки, это фигня. Есть... Бывало сложнее, это не самый сложный босс, который я вижу. Вот тот со щитом и этот безымянный король, вот это был, вот это вообще Unreal босс был. Я его не мог победить даже в команде из 5 человек, мы, или 4, сколько там максимум можно. В общем, в большой команде мы пытались его вальнуть, он неубиваемый. Он, короче, он в последний момент, он даже может стоять на месте, ты его и забьешь, и он потом возьмет тебя просто на, не знаю, на кукан свой наденет, и типа все, бой окончен. То есть, потому что он реально просто подставляется, бывает, и... Ты раздрать будет, Максимус, я в курсе. Кукана, босс! Ни хрена не видно! Как обычно, Dark Souls, твой... В чем проблема Dark Souls? Я всегда не вижу, что происходит, потому что камера в заднице находится. Хрен ты его ударишь по попе. Давай, получай. Господин стул! И! Не! Не! Не хочу! Не знаю, что сегодня за день лагов? Мне что-то уже не первый раз пишут, что стрим висит, при этом... На первой волне мне, к сожалению, нет. Ну ладно, это за БТ, чувак. Еще игра выйдет, вот так, повеселимся. В принципе, успеется. Не знаю, я не особо же даже ждал гвин. Ну, просто поиграть хочется, но я больше... Ребят, за вас беспокоюсь, за актуальность. То есть я буду играть через два, может, через день, не знаю. Когда дадут этот ключ злосчастный к ЗБТ, и мне будут писать в комменты. Типа, все уже играют, а чё ты не играешь? Да-да, если бы там был автопрыжок, вот это было бы самое то... Некоторые смерти мне желали, ну бывает. Я знаю, виноват, я все, сорян, я не хотел. Все, не отвлекаюсь на чат, это я отвлекся на секунду и все, меня убили, ребят. Я не могу отвлекаться на чат, понимаете, это серьезная игра. Это вам не Call of Duty, где можно смотреть половину времени в потолок. Не хочу нового маяка тестить, но Hitman, ты же знаешь, я не люблю ДБД. Я играл для фана больше, но сама игра мне не нравится. В... Я...
Все, стрим должен пойти. Я не знаю, почему он упал. Это серваки у Ютуба, наверное, падают. У меня все нормально, у меня все хорошо с интернетом. Это серваки у Ютуба, как обычно. Ну, в принципе, у Твича и Ютуба спадают серваки постоянно. Просто, понимаете, они дешевят и не хотят новые подрубать. А это нужно, потому что... Мост настолько откроен, что убил стрим. Да, взял стрим, не убил. Понимаете, они экономят. И Твич, и Ютаб, они экономят на серваках для стримеров. И поэтому стримы постоянно у всех падают, потому что... Не знаю, просто у меня падают стримы постоянно. Ну, время от времени, бывают периоды, что падает. Но с интернета у меня все отлично. Это именно у Ютуба что-то сервак машнит. Насчет первой части что скажу? Я в нее очень мало играл, мне сложно говорить что-то. То есть я не хочу говорить что-то, и ну, понимаешь, не играв в игру. Я ее играл очень мало, пару часов. Короче, как в Assassin's Creed искать Экла, бей его. Да блин, что у меня включено, не то, что мне надо. Сейчас она исчезнет. Ее, кстати, можно пропалить, когда она исчезает. По звуку. Она сейчас, например, где-то тут. Я ее... Его можно вот так палить, ребят, вначале. Блин, я не могу прицелиться по ней. Что игра машнит. Вот за этого я и качаю выносливость, ребят, чтобы овнить врагов. Сейчас она здесь. Ха, получай, Фрида. Давайте пропустим этот момент. Ничего интересного происходить не будет, я вам обещаю. Мы все видели. Ребят, я могу выходить из игры, мы дольше будем овнить босса, если будете баллы в чате. Но все нормально, нас мало, это хорошо. И да, модеры есть, есть хит, но он просто молчит. Понимаете, модеры не всегда дают о себе знать. Лол. Я все-таки ее хочу овнить, потому что деда овнить тяжело. Вернее, папку. Понимаете, он на деда похож такой, он не молодой уже. Он на моего папку похож, скорее как дед. Все думают, что мой папка это мой дед. Все говорят, это дед, я говорю, нет. Надо сэкономить эстусы, ребят, нам нужно приберечь эстусы. Надо подождать, пока она начнет регениться где-нибудь. Ребят, давайте такая тактика. Будем уклоняться, ждем, пока она отрегенится. Да господи, хватит меня бить! И когда она будет регениться, именно тогда я и нанесу удар, потому что тогда она уязвима, и я всю выносливость на нее спущу. То есть в этом будет прикол. Сейчас ждем, ребят, мы достаточно урона нанесли, а сейчас регениться пойдет скоро. И надо дать немножко просто побаловаться со льдом. Так и при этом надо выжить еще. Кувыркаемся, продолжаем кувыркаться. Забросил мои стримы? Ну да, я в курсе. Она пару раз просто заходила на нее. И все. В чем проблема? Аи! Аи! Просто меня беспокоит эстусы, ребят. 15, ну. Ждем, когда она уже, блин, хилиться пойдет. Я уверен, что вот сейчас уж надо. Давай, иди хилиться, у тебя со здоровьем не лады. А давайте мы попробуем огненной бомбой в нее метнуть. Я постоянно еще в текстурах тут застреваю, потому что Dark Souls. Лови. Кстати, ей не нравятся огненные бомбы. Сейчас она где-нибудь тут появится, регенится. Вот, все, все, все. Target identified! Как я и сказал, вот это была тактика. Многоходовочка от Евгена. Евгена, ма... Не, видимо, все-таки определенное количество хп надо сносить, чтобы она... Да господи, не, ну мы не сможем совсем сэкономить ЭС. Я не вижу, где папка? Вот папка. Так, уходим, 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 уклоняемся. Лови! Папке, по-моему, пофиг на то, что я огненную бомбу бросил. Не знаю почему. Не, ему, не, ему не пофиг, ну. Но нас их достаточно много, так что экономить их смысла не имеет. Просто он не корчится, как она. У него хелсбар только меньше становится. Ху, нифига. Фига напрыгнул. Папка, блин, еще колотит меня. Сейчас угла нас прижмут. Мужики сейчас угла прижмут. Так, срочно меняем на эстус. Уклоняемся на всякий пожарный. Где она? Черт, она лечит. Надо успеть, пока она регейт не начала. Потому что она сейчас регейт не начнет.
Да нет, я не хочу Эстос! Я бомбу хочу бросить. Я террорист! Мне нужно бросить бомбу! Love you, my bomba, and die! Привет, Радмир. Да. Хорошо, у нас осталось... how many Estuses? Достаточно. Так, я хочу ее сейчас начать лупить. Я хочу начать залупливать, как только вот становится такой более-менее... А, бесполезно, понятно. Пока она в таком состоянии, лупить ее бесполезно. У нас 8 Эстусов, мужики, надо выжить. Не, у нее, кстати, ХП сносится нормально. Сколько мне лет, чувак, написано ВКонтакте, сколько. Почему это так важно, сколько мне лет? Мне 39. Я взрослый мальчик. Я уж большой, старый. Так, регеним стамину. Потому что пока у нас стамины мало, толку немного в том, что мы будем как-то обезьянничать особо. Надо ее найти, вот и я знаю, где это. Я тебя вижу. Где она? Та же тактика. Ждем, пока она в инвиз уйдет и пытаемся выжить. И заодно ударить ее раз-два, может быть, три. Давай, иди сюда. Батя не просто... Батя обосрался, чувак, и соскользнул со стула, потому что какашки-то жидкие. Заткай. На жидком поносе отъехал. Не хочу, мне не нравится. Да бля, она меня взяла и поцеловала в губы, мне хп отнялось. Вот что называется, роковая женщина. А такой, видите, она целует косу, и, блин, мне потом коса начинает выкрутасы вытворять. Давай, бегай там, крутись. Мне что-то мем вспомнил с школьником, который портфелем окно разбил. Потому что она тоже бегает и крутится. Как тот школьник в коридоре. Блин, где она? ХЗ. Она может быть где угодно. Нет? Тебя тут нет? Рискнем! Риск себя оправдал. Но не жопу раздирающий, нормальный босс. Очень даже несложный. Если особо не тупить с ним. С ним надо действовать умно. И не спешить. Ну, как с любым боссом. Из ДС-ки. Ну. Хочешь, чтобы я ее избил? Она меня подманить хотела, наверное, поняла, что... А, поняла, ребята, я слишком хорош, чтобы просто взять и сдохнуть. Она такая, ладно, ты сам подходит ко мне. Действительно... О, господи! Действительно огонь! Она меня черным пламенем прожгла! Это неприятно, знаете ли. Наверное, я не пробовал. Меня никогда не прожигали черным огнем. У меня никогда не было таких дам, как это. Я ее победил. Еще сейчас, что ли, будет 10 раз? Не, мы ее победили. Ребята, мы убили сестру Фрида. Не, ребят, никто даже не скажет, что я молодец. Это было вообще... Не, ну ладно, хорошо, я согласен, это не было сложно. Но всего лишь со второй попытки... Нет, я серьезно, со второй попытки. Если бы я с 10-й ее убил, вот это было бы. Да, он лихо махал кассу. Это было... Понимаешь, Bloodborne, она была... Там враги побыстрее, а здесь они такие... То есть я как бы изначально имбовый чувак, потому что я же быстрее, чем она. Я не отвечаю. Покажи бицепс, смотри.
смы на этого накачанного, здорового мужика. Я думаю, вот этой кукле надо что-то дать. Постой, она живая вообще? Это змея какая-то. Это какой-то человек, посмотри. Мне кажется, постой, по-моему, это айтипедия там. Мне кажется, под мешком айтипедия. Посмотрите, это реально Леша Шевцов. Знаете, что это? Это его ПК. Вот этот хвост, это его ПК. Хаткорчик начинает... То есть, Хитман, а что, будет сложнее? Куда уж сложнее. Может, отдохнуть у костра? Давайте отдохнем. Я чувствую, сейчас проснусь, а там армия монстров. Ладно, идем наверх, ребят. Тут же нет прохода, а давайте посмотрим, тут что-то есть. Серьезно, это все? Сергей, ты уверен? Это, я не верю, это реально все? Это все, я двух боссов убил на стриме. Это все, серьезно? Мне кажется, меня кто-то... Не, ну там же сидит чувак, рисует картину на втором этаже. Что-то же должно поменяться. Он же говорил, что он хочет увидеть двух негорящих. Второе ждем в конце февраля. Блин, целый год делают. Давайте наверх поднимемся. Президент тебе на... Ну, спасибо за гамбургер в чате. Все, надо сейчас с ним поговорить, оно не кончилось. I can hear the fire crackle, and soon I will see it. Dishonored нам осталось 4149. My thanks, Ashen One. I will finish the painting. А долго ждать? A cold, dark, and very gentle place, so that it might make a home for someone. Все, что ли? То есть, а если я ее убью, может, откроется какой-нибудь портал в иной мир? Ладно. Что-то не знаю, мне кажется... Мне кажется, ребят, меня нагнули. Понимаете, это на консоли это 1000 рублей стоит. Вот это вот. 2 часа. Нет, серьезно, ну это хорошо, я играл часа 4. Потому что я и осматривал все. Локаций много, я не спорю. Тут можно как следует. Давайте вернемся. Давайте вернемся. Спасибо, Фриджек. Это щедро. Чувак, это было бы очень круто. Я не верю, конечно. И да и мне стыдно было бы столько получить, но. Было бы круто. Но мне было бы стыдно, я бы. Просто упал и рыдал. Блин, за день до выхода будем играть в Dishonored, ребят. Так что ты не просто скидываешь на игру Фриджек, если скинешь. Ты скидываешь на то, что мы играем за день до выхода. Понимаешь, другие летсплейщики, они будут еще ждать игру, а мы уже играть будем. Вот так вот. Хорошо, давайте поговорим с ним. Еще тут, значит, ты мне ничего не скажешь. Ты, ну, ладно. Ты тоже ничего не скажешь? Тебе еще идти долгим путем? Куда? Эмиральд, мы закончили, по-моему. Не, ну серьезно, это все... Нет, я не верю, ребят, я хочу... Я хочу вернуться в храм огня и услышать, что там мне скажут. Может, в храме огня? Может, у алтаря что-то есть? Что-то мне кажется, что у DLC должно быть второе дно. Должно быть второе дно, чуваки. Понимаете, должна быть... должно быть что-то еще. Значит, она говорит, но это не про первое правило. А повысить уровень, кстати, сколько будет стоить, мне интересно. Нифига. У меня 827 уровень. Я явно читерский сейф скачал с плейграунда, ребят. Я играл на Xbox One, поэтому сейф такой стрёмный. Блин, мне стыдно немножко играть, конечно, Симон, дико читерский, но... Скорим будет завтра. Не завтра, нет, завтра 27-й, Скорим будет 28-го. Он у меня в Стиме уже есть, я его предзакачал. Наверное, после 8 вечера, когда они там анлочат. Давайте еще сходим в одно место, последнее, я хочу убедиться. Часовня очищения. Где нам дедушка дал кусок картины.
Айвазовского, с которой началось дополнение. Хочу проверить самое последнее, убедиться, что это финал. Вторгайся. Рим Ким, у меня, к сожалению, ну, скажем так, не та версия игры, чтобы это сделать.